мы на пляже. Меганс пляж, известный в мире и входит в пятерку лучших пляжей мира. Честно говоря, не совсем мы поняли, мы видели, по-моему, и получше. Ну, наверное, есть какие-то свои параметры, которые вот, являются показателем лучших пляжей. Небольшая полоса, то есть она не широкая пляжная полоса сама, вот от деревьев до кромки воды. Ну, не знаю, метров сколько, 5. Вот, водичка теплая, градусов 26. Для снорклинга пляж этот не очень хорош. Тут мы уже попробовали. Нет здесь достаточно красивых рыбок, кораллов. То есть для этого есть другие пляжи здесь же, на этом острове. Но об этом мы уже знали. Этот пляж хорош для семей с детьми. То есть здесь пологий вход. И нет, ну, хорошо для ножек. Нету таких камней, бугристостей каких-либо. Столики удобно, можно покушать. Душевая, туалеты, все здесь. Вход на пляж для взрослых $4 и для местных жителей взрослых $2. И для детей до 12 лет бесплатно. Вот такая здесь красота. А вот ракоши идет мимо. Это обгоревший, да? Или не желающий обгореть. Вот, все круизники, круизеры, все, кто на кораблях прибывают, они все вот рассредотачиваются по острову, по разным пляжам. Можно взять вариант каяк. Можно взять вариант лежак или вот такие вот надувные баллоны. А это полотенчики полосатые с нашего корабля. Вот такая здесь красивая природа. Горы с обоих сторон окаймляют эту бухточку. И вот по центру бухты остров. Сейчас у нас начало апреля. Видимо, еще деревья не все позеленели. Обрели новые листики. Здесь гора такая вертикальная. Очень крутой у нее подъем. Не знаю, кто-нибудь вообще пытается на нее залезать, наверное, нет. Но там есть выше дорога, и вот дальше на высоте домики стоят с видом на бухту. Водичка изумрудная. Народ разных мастей. Откуда только его нет здесь? Из Европы, из Канады. Америки и из других Центральной Америки. Мы с Аргентины вот встретили на корабле семью. Сейчас только на пляже ребят встретили русских с Караганды, из Казахстана. У них была тут свадебная фотосессия. Красивая пара, молодая. Вот так вот, здесь здорово. Welcome to St. Thomas.